И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем Unmask Voltage. Не знаю этого исполнителя вообще, но мои ребята из телеграм-канала, ссылочка на который, конечно, находится в описании, посоветовали мне этот альбом, сказали, что он крутой в целом, и поэтому мы, конечно же, это послушаем. Если мне зайдет этот альбом, то мы подпишемся на этого чела и будем следить за ним, как за нашим фрешменом, естественно, это круто. Вот, прямо сейчас я нахожусь на стриме, ссылочка на который находится в описании, Twitch. Все, все ссылочки в описании обязательно, потому что в ТГ, как вы видите, люди прямолинейно влияют на то, будет ли выходить реакции. 7 треков здесь. Очень интересно, что это вообще такое, альтернатива. Слушали мы только что альтернативу. Очень скучную альтернативу. Надеюсь, что это будет гораздо веселее, хочется чего-то нового, хотя это все-таки фрешмен, и от него... Хочется как минимум просто качество, да? Ну, не сказать, что он фрешмен, он просто no fame chill, да. Поэтому очень интересно посмотреть, это его тем более дебютная EP, кстати, да? Я так смотрю. Но если вы шарите за него и хотите какие-то еще его релизы предложить, можете, пожалуйста, попредлагать, конечно же, в комментариях. Но мы погнали, ничего не известно мне вообще про этого исполнителя, но говорили, что прикольно делает, давайте послушаем. Окей. Первый трек «Я нахожу друзей в интернете». Интересное название. Новый номер удалить уже ничего не стоит. Я проливаю свои слезы прямо в твой кофе. Пускай не веришь мне, но замок в облаках построил. Пускай молчат уёбки, не добавляю всяких давно прямо friendly. Она так много хочет, я хочу лишь быть согретым. Так много людей рядом, но не схожи интересы. Меня все так волнует, но не нахожу ответы. Okay. А съемный саунд дизайн хороший, ебать. Разъеб, дикий. Хорош. Ебать, разные куплеты очень. Я купил весь SoundCloud. Вот пиздец, что меня не знаешь. Даже сам его трачу напрасно. Строю планы на завтра. Эти стены тогда вят. Это ненормально быть ночью. Даже так, да? Окей. Хорош, красиво. Охуенный трек. Добавлю однозначно. Очень красивый трек. Со своим дропом, разъебом, да. Вайп очень жесткий. Прикольный, интересный первый куплет. Дальше у нас идет дроп-припев. Абсолютно другой второй куплет, который играет на контрастах. Прикольненький такой бридж. И уже отличающийся гораздо припев, более спокойный. Вайбовый очень красивый трек, где есть один вот прям дикий разъеб, который, ну вот один раз, и мы ценим этот момент, стараемся им насладиться. Круто. Мне нравится этот трек, и пока что нравится этот артист. Первый припев похож битом на третий куплет в Tears on the Asphalt. Блядь, Tears on the Asphalt, я, если честно, не помню, как-то забыл. Поэтому, сори. Don't Test Me, следующий трек. Я понял, что надо... А, подожди, это случайно не...
Сейчас, секунду, давайте тогда уже глянем, раз уж вспомнили. Это получается, я, кажется, понял, про что ты. За версту чувствую весь ваш пиздеж, да? Да, все, я понял. Есть такое? Угу. Согласен с тобой. Окей, ну, чел, я так понял, только начинает относительно, да? Да. Поэтому ему в целом можно спокойно кем-то вдохновляться. Я думаю, он мог вдохновляться Ризой, но хуй знает, как будто вряд ли. Ладно, погнали. Don't test me. Шея болит, бля. Дожди, ненавижу звонки, лучше молчи. Повторяю, что не повтори. Эти слезы как будто мои. Ебать, хорош нахуй. Бля, припевы отличаются, да, во всех треках? Это сам следов. Да не, нормально. Да нет, не согласен. Бля, мне очень нравится припев, охуенный. Блядь, охуенный чел, вообще пиздец. Почему я тебя не знаю, бро, это круто очень. Бля, спасибо. Кто там советовал? Вилончик, да, White Kira, они все советовали, вроде они. Бля, парни, спасибо вам огромное, охуенный чел. Бля, жаль, что вы не на стриме сейчас, насколько я понял. Бля, огромное спасибо, реально. Вот два трека сейчас послушал всего лишь. Очень охуенно. Я уже сабаюсь. Бля, будем за тобой следить однозначно. 100%. Круто, мне нравится. Первый или второй трек? Наверное, второй посильнее. Во-первых, этот альбом вызывает какие-то эмоции. Это не какая-то дефолтная хуйня типа у Сейпинка. Здесь очень что мне нравится у этого артиста. Я пока что вот два трека всего послушал и заметил эту закономерность. У него есть куплет и второй куплет. Чаще всего очень сильно отличаются друг от друга. Так же, как и припевы. Припевы тоже друг от друга чаще всего отличаются по развитию бита. Это круто и прикольно. Это круто и прикольно, да. Бля, идем дальше. Бля, не разочаровывает пока. Надеюсь, что дальше будет так же. Дальше New Sylveon. Что-то знакомое вообще прям до боли. Что-то знакомое до боли. А, со Скворн Дабл. Что? Серьезно? Я говорю, что-то знакомое. Я по-моему, трек не слышал. Сквор. Интересно. Откуда я знаю этого типа? Откуда могу знать? Что-то очень знакомое. Что-то очень знакомое. Мох. Нихуя себе. Ладно, не знаю откуда. Не знаю откуда я помню этого чела. А это что? Хмели сунели. Умели. А, ну, меня просто выкинуло нахуй. Понял, у чела карточки, походу, даже нет. Ну ладно, погнали. Мана. Главное, чтобы типа не заруинили. Моем банке пламя, сушим обед и завтрак. Как проживает мой план, все уже на завтра. Ты же брать, как дела, все опять нормально. Не любил тебя и поступил как. Да мне не хватит, хорош, блядь. Больше надо, буду искать. Помнится мать.
Окей. Ключами на стене. Мне нацарапай смайл. Запечатли там дни, когда мы улыбались. Ну, норм. Припев и куплет от Маска гораздо сильнее. Красивый голос у тела. Очень красивый голос. Не целый синтрек, парты очень разные по качеству. Как по мне, самый слабый трек среди трех, тем не менее, все равно его добавлю. Очень красивый здесь припев, и по отдельности парни сделали круто. В целом, структура ту саму не лезет, какая-то каша, мне кажется. Вот этот чуть послабее, ну, типа, своя какая-то история у этого, тоже какая-то своя история. Но голос мне у этого чела нравится. Хороший голос. Unmask отец на этом бите. Однозначно, куплет и припев он сделал лучше всех. Пока что самый слабый трек, лучше гости заруинили в итоге. Следующий трек 20. А, выходил синглом, да? Хорошо. Вайб трек, да? Ебать красиво. Хорош, хорош, хорош. Ебать, там еще вокал, да? Бэк-вокал красивый такой. Вайб трек, да? Прикольно. Хороший вайбовый трек. Бля, он взорвет вообще нахуй ебнуто, я вам отвечаю. Как же он взорвет, это пиздец. Как же он взорвет ёбнуто, это просто пиздец. Бля, пусть он продолжит работать, улучшит качество, потому что все, ну, тем не менее, какой бы это ни был разъеб дикий, тем не менее, это по качеству еще здесь есть работа на самом деле, где. Свидос не самый лучший, да? Структура не везде самая лучшая, но вот в плане, с точки зрения того, как он все это делает, это очень круто. Как он понимает и чувствует эту музыку. Он охуенно понимает, чувствует, что нужно сделать так, чтобы зритель, ой, чтобы, блядь, слушателю не было скучно. Он все это понимает, он все это знает.
Охуенно, фух, на отходах был после сей пинка. Готов слушать. Ты чуть-чуть опоздал, бро. Мэн Маска слушаем. Уж почти послушали. Бля, вот да, то есть с точки зрения он понимает, как сделать так, чтобы слушателю не было скучно, и куча разнообразия у него в треках. При этом, ну, над качеством, конечно, стоит поработать. Опоздал это White Kira, я задержался. Тоже верно. Кстати, 20 у него вообще самый такой популярный, да, трек? Ну, и завтра еще. Мана. Спасибо, теперь я тебя ненавижу. Но это, кстати, мы дойдем еще. Ладно, слишком много причин, погнали. Ну, это ебнутый чел. Он прям взорвет. В 24-м взорвет, я вот думаю. Если он продолжит работать. Ну, в 25-м, например. Нихуя себе. Охуеть, ты чел конченый. Мне не верить, но это твой факт. Думаешь, поверь, что это Макача. Я же знаю, что стою для тебя. Не пойму, когда тебя забуду. Мурашки идут. Я не хочу больше верить этому тупому чувству. Сжигаешь огонь. Так часто забывай, кем давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Да-да-да, я тоже заметил. С трека «Внимание» с Севентином. Опять, да, куплеты отличаются очень охуенно, пиздец. То он ёбнутый, пиздец. Куча разнообразия ёбнутого просто. Это пиздец. Он знает, как делать музыку, он хорош. Охуенно, пиздец. Вот он знает, как делать музыку. Он хорош. Он очень хорош. Он просто знает, как делать музыку. У него постоянно куплеты очень сильно отличаются друг от друга во всех треках, что я вот тут был, заметил. У него, ну, во всех треках очень куплеты сильно отличаются. Чаще всего припевы тоже. По биту. Куплеты в целом кардинально. То есть, вы послушайте этот куплет и вот этот. Это абсолютно разные куплеты. Прям абсолютно разные. И бриджики здесь тоже разные. То есть, он максимально разнообразит, его треки не скучные. То есть, где-то у него вайп-ориентир, где-то у него разъеб-ориентир, но при этом ничего из этого не скучное. Все это поддерживается неплохим саунд-дизайном. И вот то, над чем нужно работать, я бы, вот, не знаю, с видос как будто хочется, не знаю, чтобы почетче тебя было слышно. Как-то так. Вот это мне не нравится только, и все. А так, ну это причем не мешает. Бля, очень круто. Лучший трек, наверное, пока что Don't Test Me. Причем как будто реально мог вдохновиться Ризой он. Во-первых, это такое около гиперпоп звучание, все-таки альтернатива, около гиперпоп альтернатива. Что-то типа плохой концовки, здесь есть какие-то намеки. Строчка как-то заебала, я тебе думаю поменять. Плюс Tear of the Asphalt похожее было. Вот. Тоже у Ризы было. Как будто тоже мог вдохновиться Ризой здесь. От Tear of the Asphalt. Короче, я не отрицаю, что этот чел мог вдохновиться Ризой. Это прикольно. Всегда опаздываю следующий трек. Let's go. Я ненавижу планы, заебать. Бля,
хочу еще сказать, пока вот мы начали, вот сейчас он начал автотюнить. Ебать, саунд-дизайнер хороший. Вот он как тут пользуется эффекты, то есть у него неплохой саунд-дизайн, очень хороший. И автотюн там, где не надо, то есть, я говорю, не дает заскучать, просто пиздец, он знает, как делать музыку. Вот просто, как я, мне как слушателю, очень интересно. Погнали. Дальше. Я ненавижу планы, заебали стандарты. Будем под облаками над нами. Тысячи звезд, мы гаснем. Так скучно мне с вами. Подарю свиданию. Лежу на траве. Ничего мне не надо. Факт, что ты мне скажешь. Отбор сломаю пальцы. Сюжет до жути страны. Сам себе прописал я. И задаюсь вопросом, зачем же ты там? Ты мешаешь дышать. Охуеть, да? Это просто пиздец. Ты мое время забрали, я запит вокруг стен. Прошу, звонить не надо, ведь я боюсь людей. Бит вообще ёбнутый. Они на стенах, детка, я убил всех. С утра опять огонь, но я слышу твой ответ. Я будто запертый, тебе нашел покой. Причина маслами, я не хочу домой. Чел no name, если что. Мау. Вау, просто вау. Просто вау, блять, просто вау. Лучший трек. Лучший трек. Ебанутый просто саунд дизайн у него. Ебашит бит, ебашит тон. Там, где надо автотюн, там, где не надо, нет его. Припев. Отличный, разъебный. На контрастах куплеты, недушные, бриджи. Ебанутая просто структура. Он гений нахуй. Он, бля, я не знаю, почему ты не взорвал это, пиздец. Сколько? Ну, 5000 прослушиваний, господи, за что ему? Гораздо больше заслуживает. Гораздо больше. Ну, 1050, не знаю, может, минимум. Это прям круто. Последний трек, который по совместительству один из самых популярных на альбоме. Самый, кстати, непопулярный, слишком много причин. Don't test me. Всегда опаздываю. Чего, блядь? Люди... Ну, хотя, ладно, это в целом и популярно одновременно. У него не так много треков. Ладно. Спасибо. Теперь я тебя ненавижу. Ладно. Бывает и такое, бро. Скажи уже мне, вижу, как ты смотришь на этих людей. Вижу, как ты смотришь глаза мои. Не врут, но зачем о тебе? Что не так? А может мы оставим все на завтра? Попытки стать намного лучше, нам это не надо. Будто ничего не нужно, только чтобы ты была рядом. Разбиваю все мечты об скалы, я доверяю. Зрение мира знаю, вижу, сука, больше, чем другие. Вот и полная картина. Всем буду просто говорить, что забывай твои имя. Давно голос твой не слышал.
Давай. Это очень круто, ребята. Прям пиздец. Вау. Бля, он конченый. Почему? Что? Почему? Почему? Чему? Почему не добавил эти треки? Я же их добавил, нет. Да, я добавил. Вау. Спасибо огромное еще раз Вилончику Вайткире за то, что посоветовали этот альбом этого исполнителя. Естественно, мы теперь следующие его релизы будем отслеживать и ждать. И делать на них реакции на YouTube. Естественно. Это 100%. Самый охуенный трек? Нет, не самый охуенный трек. Я считаю, что... Ну, блядь, второе место. В первый всегда опаздываю посильнее. Ну и Дантес мне вроде. Все остальные тоже очень хорошие. Нахожу друзей в интернете. Ёбнутая темка. Ну, самый слабый трек Мана, как по мне. Потому что гости, ну, не очень. Пиздец, я не знаю. А как так? Почему он не популярный? Ну, бля, мне обидно за него. Я надеюсь, что он найдет... Что... Он увидит этот реакт, потому что, ну, он в силу своей непопулярности удивится сильно, когда хоть кто-то на него сделает реакцию. Поэтому, если ты вдруг это смотришь, братан, блядь, продолжай, мы, естественно, будем за тобой следить. Не останавливайся, ты просто... У тебя талант, ты талант, нахуй, я не знаю, это очень круто. Хочется еще побольше качества, но я думаю, это с опытом придет, естественно. С опытом однозначно это придет. Сейчас это довольно звучит посредственно по качеству, но... По звучанию, и, то есть, он знает, как делать музыку. Он знает, как делать музыку. Он знает, как делать так, чтобы зритель не заскучал. Да почему зритель, блядь, слушатель? Вы поняли. И он правильно делает, потому что после Сайпинка это тот альбом, который нам был нужен. Спасибо огромное. Теперь я тебя обожаю. А у них... А, да, это реально, это из 3 Hertz чек. Это чел из 3 Hertz. Я понял. Угу. Ну окей. У них что-то... У вас 29-го выходит альбом. Естественно, будем слушать. Да. А как вернуться? Все, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого альбома. И в целом по поводу этого артиста, если вы видите его впервые. Но это ёбнутая тема, блядь, он стрельнет. Я очень хочу надеяться, что он стрельнет. Если не стрельнет, то мы будем единственными его слушателями. Ладно, не единственными, но будем его слушателями и кайфовать, что остальные не шарят и не знают такое охуенное музло. А по себе по качеству и все будет вообще заебись. Да. Телеграм, Твич и Бусти. Не забывайте, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.